Привет, криптоманы, с вами я, Олег Фартовый, с обзором на бесплатную раздачу криптовалюты Bitcoin Fashion Airdrop. Bitcoin Fashion – это децентрализированная торговая площадка, создана для того, чтобы все криптотрейдеры могли легко делать покупки в интернете с помощью криптовалют, которые будут преобразованы в токен или монету BTCF. И здесь мы, выполняя задачи в социальных сетях, получаем 20 токенов BTCF. Заявленная стоимость одного токена составляет 30 центов. И также мы получаем 2 токена за каждого приглашенного. После окончания ICO токены будут распределены на наши кошельки, и мы их сможем вывести. Итак, переходим по ссылке. Попадаем мы вот на такую страницу. Здесь нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Прописываем свое имя пользователя, имя, фамилию, адрес электронной почты, выбираем страну проживания, придумываем пароль и нажимаем «Синкап». Письмо на почту никакое не приходит. После регистрации авторизируемся, нажмите здесь, чтобы войти, и входим в систему, после чего попадаем в панель инструментов. Теперь мы переходим во вкладку «Выброска десанта», и нам нужно будет выполнить 3 задачи: присоединиться к Telegram каналу, подписаться на страницу в Твиттере и сделать ретвит закрепленного сообщения. Переходим по ссылочке, присоединяемся к Telegram, пишем короткое приветствие, возвращаемся на страницу, и можно сразу вставить форму свое имя пользователя в Telegram. Теперь переходим по ссылке и подписываемся на страницу в Твиттере. Нажимаем «Читать», и в форму нам нужно будет отправить свое имя пользователя. Так, вставляем свое имя пользователя. И следующая задача — это сделать ретвит закрепленного поста и поставить лайк. Переходим по ссылке. Вот этот пост. Ставим лайк, ретвит, пишем короткое сообщение. И в форму нам нужно будет отправить ссылку на ретвит. Переходим в профиль. Вот наш пост. Здесь нажимаем вот сюда и нажимаем «Копировать ссылку на твит». Вставляем ссылку в форму. Все, форма заполнена. Нажимаем «Обработать». Так, мы успешно отправили задание на раздачу, и 20 токенов были зачислены на ваш кошелек. Нажимаем кнопку «Возвращаться домой», и на нашем балансе появилось 20 токенов BTCF. Теперь, чтобы получить свою реферальную ссылку, нажимаем на вкладку «Направление». Вот наша реферальная ссылка. Приглашаем и дополнительно зарабатываем 2 токена за каждого приглашенного. Возвращаемся в панель приборов. И также здесь мы видим, что мы должны будем пройти проверку QS. Можно перейти вот по этой кнопке или перейти по вкладке «Сделайте QS». Так, вы собираетесь отправить свой документ на QS. Здесь пишется наш идентификатор. Копируем его и нажимаем кнопку «Проследовать». Открывается вот такая форма. Здесь мы вставляем свой адрес электронной почты, свое имя пользователя с Bitcoin Fashion, прописываем полное имя. Сюда мы вставляем свой идентификатор, который мы скопировали. Отправляем свое фото. И нам нужно будет отправить скан первой и последней страницы своего удостоверения личности. Либо паспорт заграничный, либо национальное удостоверение личности, карточка избирателя и так далее. То есть любой документ, где есть ваша фотография. После чего нажимаем кнопку «Отправить». И на этом у меня все. Кому было полезно видео, ставим лайки. Подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры, и помним, что под лежачий камень крипта не течет. Всем удачи, пока!